Более 200 фруктовых деревьев в торжественной обстановке посадили на территории Парижской школы. Сад заложен в честь Года народного единства. Молодые деревья осадили школьники, учителя, работники райисполкома, местные жители. Во всей республике проводится республиканский субботник. В нашем районе также. И вот здесь, на базе Парижской базовой школы, мы закладываем сад. Готовились к этому мероприятию мы уже 3 года, потому что вначале здесь, на этом месте, был старый сад. Надо было его раскорчевать, убрать, подготовить землю, вылечить землю. Ну и вот так сложилось, что в этом году, в общем-то, закладываем новый сад на базе, вот, на базе данного учреждения образования. Этот год объявлен Годом народного единства, поэтому мы и решили, в общем-то, что и этот сад будет годом народного единства, сад народного единства. Сегодня здесь будут и дети, и педагоги, ну и, конечно же, представители сельского исполнительного комитета, представители руководства сельскохозяйственной организации, которая базируется на базе Васильевичского сельского совета. Здесь и, в общем-то, специалисты нашего управления образования и центра, который обслуживает учреждение образования.